Всем привет, это канал NanoLife. И сегодня по просьбе подписчиков хочу показать и рассказать, как именно содержатся коровы, про породу коров, которые у нас находятся в хозяйстве, как они доятся и все остальное. Сейчас на данный момент я нахожусь внутри сарая на доильном месте. Вот в таких станках доятся коровы. Как это происходит? Корова заходит вот сюда, опускается эта задвижка, чтобы она не вышла, подсоединяется доильный аппарат. Здесь находится кормушка с комбикормом. Вот с этого бункера она подается. Комбикорм вручную крутится. Таким образом вот подается комбикорм. Как корова подоилась, за этот рычаг дергать, и открывается калитка. И корова переходит дальше в станок. Стоило. Также эти станки используют для осеменения коров. Вот на данный момент, сегодня с утра осеменили, покрыли 3 коровы. Они так будут стоять, потом в обед, ну, как будет вечерняя дойка, их еще раз покроют контрольный. И вечером в 10 часов я их уже выпущу в основное стадо другим коровам. Так, сейчас мы там будем на доильном месте. Дальше. Как бы в зал ожидания коров перехожу. Вот на этом самом проходе коровы стоят и ждут дойку. Вот они, коровки. Порода коров у нас пестрые, черные. Эти коровы здесь живут уже давно. Еще с тех времен, когда здесь занимались сельским хозяйством в Восточной Пруссии немцы. Коровы эти в данном хозяйстве не закупались нигде, а остались от старого колхоза «Балтийская заря». В колхоз коровы попали, когда переселенцы в 1946 году переезжали в Калининградскую область, в будущую, на тот момент Восточную Пруссию. Здесь были хозяйства немецкие, хуторские, и немцы разводили данную породу коров. Это порода коров молочного направления и немного мясного. Но это не такая селекционная смесь, чуть-чуть молочная и мясная. У нас здесь по соседству хозяйство Мираторг. Вот там разводят чисто мясных коров. У них они содержатся, живут в поле, как дикие коровы. У нас вот такого вот беспривязного типа. 2 загона в сарае сделано посередине. Дойка и с правой стороны зал ожидания для коров, чтобы доить. Подоить коровы заходят сюда в зал. Так вот все не очень-то и хитро сделано у нас. Все простенько. Сейчас я буду выпускать коров на улицу в загон. Там, где им уже приготовили корм Силус. Чтоб они попили. Я пошла. Вот таким образом выпускаются коровы.
Пошли! Это проход, где стойла коровы стоят. Он стелится соломой, в основном пшеничной. А проход, где ожидают коровы дойки, посыпается опилками. Чистится он каждый день. Сарай в таком режиме чистится где-то раз в две недели. Вот же в понедельник будем начинать опять чистить сарай от навоза. Здесь морских узлах. Чувствуют свободу, вот и орут. Пошла! Ну, сука, вошла. Пошли! Это наши тёлочки. Скоро они будут покрыты и переведутся в другое отделение, в родилку, а потом корова. После того, как телят.